IT-парк – это место, где активные и талантливые люди превращают свои идеи в реальные дела. Наш корреспондент Мейрам Колькинчебеков до сих пор под впечатлением от разработок кызылординцев. Вот эта виртуальная реальность, которую мы испытали на себе, демонстрируют учащиеся, то есть желающие посетители IT-парка. То есть они могут тестировать свои проекты на этом же устройстве. Задумка такая. То есть ребята приходят сюда, создают свои какие-то трехмерные модели, какие-то проекты. Есть ребята, которые здесь, как Кызылорде, есть ребята, которые разрабатывают игры. У них есть возможность сделать эту игру не просто обычной компьютерной игрой, а сделать именно, то есть сделать ее, да, для виртуальной реальности. Здесь же вы можете протестировать свою игрушку именно в таком виде, почувствовать, побыть. Немножко ощутить вот эти вот. Множество разных идей впервые в Кызылорде были продемонстрированы на фестивале «Хагдэй». За 24 часа команды инициативных ребят идею превращали в реальный проект. На реализацию этих проектов из бюджета выделено 2,4 миллиардов тенге, в частности на смарт-сити, умный автобус и так далее. Нами уже реализован проект «Домумед». Это электронный журнал, по которому ведется запись на прием врача. Также с помощью этого мобильного приложения можно узнать много другой информации. Для айтишников мы проводим бесплатные мастер-классы. В будущем планируем проводить специальные семинары с участием лекторов из разных регионов страны. В данное время очень много есть кибератак, и мы сейчас показываем, как именно происходят кибератаки, именно какие методы используются в кибератаках. Именно это проникновение в сеть через вирусов, или, может быть, это фишинг-атаки, это, или, может быть, SQL-инъекции, это, может быть, DDoS-атаки. Вот это мы все сейчас показываем на примере, и уже со специалистами тут по Кызылординской области сейчас ищем решение, как можно защитить себя, свои веб-сайты, свои ресурсы, свои смарт-технологии. Мы сейчас поднимаем именно культуру населения именно в сфере информационных технологий. И еще одна хорошая новость. Совсем скоро на левом берегу Сырдарьи в новом квартале Кызылорды откроется еще один молодежный IT-парк. Мейрам Колькинчебекова, Бугимбай Абасилов, Турихан Гужахметов, телеканал Кызылорда.